всем моим подписчикам и друзьям. Ой! Ты что ругаешься? Добрый день. Начнем сначала. Куда спешить? Мы едем в Бялу, и сегодня мы покажем вам другой пляж, другой курорт, другое место отдыха. Бяла – небольшой курортный поселок. Он расположен от Варны 55 километров и от Бургаса 75 километров. Население Бялы – 2500 жителей. Название поселок получил по цвету скалистых берегов, спускающихся к морю. Здесь обещают покой, чистейший воздух и прозрачное море. Это один из самых экологичных и чистых курортов Болгарии. Жара 30 градусов. Жара почему-то здесь упала до 27,5. Было 30, но сейчас 27,5 градусов. В принципе, четвертый час дня. Самое пекло, конечно. Тут есть просветы, красивый вид на море с горки. Красота. Вот и Бяла. Но до пляжа он рисует нам еще 3,7 километра. Мы поставили пляж. Поэтому мы сначала едем на пляж. Немножко отдохнем, а потом поедем еще поснимаем поселок Бяла. Вот тут есть античная крепость Бяла. Мы ее тоже хотим снять. Но сначала, я думаю, поедем на пляж. Так, вот такие цены у нас. Да, вот здесь какой-то парк, типа, у дороги. Вот сюда. Водно-борзалка. Потому что у нас тут просто полный коллапс. Что за гости? Прямо вот туда. Так, ну что, вот мы едем на указатель прокуратуры на Республика Болгария. Ну, прокуратура знает, где хорошие места. А вон там все комплексы остались там, а мы едем на пляж. Прекрасно. О, какой чудесный вид. О боже, ну дорога, конечно, класс. К морю видно, что многие ездят. Ну, асфальт. Но что вы хотите? Асфальт пока есть, да. Ну вот еще новенькую карточку кому-то сделали. Вестибюль Галина. Так, все у нас левее, 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 мы на пляж. Так, там прокуратура. То есть мы уперлись в прокуратуру и повернули на пляж. Вычивают почивная база. Интересно, здесь, конечно, спуски такие реальные. Общинский бесплатный паркинг. Может, там есть платный паркинг? Вот рыбарская кышта. Просто где встать? Тут же дальше ты уже не поедешь. Мы находимся на пляже Бяла. Вот какой тут есть. Тут находится рыбарская кышта. А здесь есть меню. Огнешки, паэли. Что-то не вижу, я особо рыба. Есть и свинское мясо, кальмары. А вот из рыбы, вот тут рыба. Ресторан широкого профиля. Вот такой снэк-хаус. И прямо как красиво. А, сюда очень красивый вид. Вид на море. Пляж Бяла. Как местечко? Отлично. Там еще есть парк. Чистая водичка, я уже отсюда вижу. Ой, какая тень, как тут хорошо. Как тут отлично. Мы находимся в Бяле. Раньше это была просто рыбацкая деревня. Но теперь я вижу здесь очень много красивых комплексов, чудесный пляж. Вот мы нашли рыбарскую кышту, где мы будем кушать. Немножко отдохнем с дороги, а потом мы вам все покажем. Вот, посмотрите, как красиво. Это уже вид, правда? Здесь уже классно. Так, мы сейчас выберем, что нам поесть. Так, здесь Оля, конечно, берет алкогольные коктейли. Нет, ни за что. Как всегда, секс на пляже.
Один. Один или два? Секс один. А дальше оргазм. Да. Два. Два оргазма. Ужас, ну придумают же название. Я хочу десерт. Вот десерт. Нет, я буду банан. А ты чизкейк. Петли. Это все петлило. Поэтому все равно, что есть. Просто я хочу еще попить, поэтому я возьму, наверное, еще кока-колу. Да, кофе как обычно. Пожалуй, я возьму для контента Таратор. И сниму национальный болгарский суп. Можешь ли Эдин Таратор, да. И кафе и... Эспрессо. Эспрессо, да. Кафе и кока-колу. И чизкейк. Может, Таратор кола? Кофе чизкейк? Да, да. Мерси. Это таратор, болгарский традиционный суп. Это просто кислое молоко, огурцы, укроп, которого здесь очень мало. Сюда положены грецкие орехи, но их здесь нету. Ну ничего, он такой освежающий. Это курица. Курица. На закусочку. Курчак. Давай. Берем так, макаем, обмакиваем. Так. Так. И пробуем. Бомба. Вкус бомбический. Такой вкусненький чизкейк. У меня еще лучше. У тебя, конечно. Что нужно человеку, приехавшему на отдых? Вот такой комплекс на самом берегу моря. Ресторан, в котором вкусно можно поесть. Ну и паркинг напротив. Довольно большой. Этот комплекс находится прямо на пляже. Два чизкейка 10. Ну, в общем, сумма 28 недорого. Кто-то ловит рыбу. Ну вот мы наелись и идем на пляж. Пляж выглядит вот так, прекрасный. Но мы, как всегда, идем в другую сторону. Тут камни вот там. Просто такое чувство, что песок этот привозной. Он как будто здесь небо. Да. Да, ты тоже так думаешь. А сейчас мы посмотрим воду. Ну, здесь вода с водорослями. Вода теплая. Я стою в воде, очень тепло. И вот отсюда пляж, сюда пляж, и туда пляж. Песок здесь такой же, как на золотых песках. Очень чистый и крупный. Как хорошо море видно. О, какая инсталляция. Да, это что-то новое, такого еще не видела.
едем к крепости. Ой, какой тут шикарный вид. Супер. Вот это там, что за населенный пункт там впереди? Может, обзор? Я думаю, что там обзор. Туда мы еще съездим. Вот это отель Санбриз Ливинг. Мы повернем налево, чтобы показать вам средневековую или даже античную крепость. Она находится прямо на самом море. Вот много разных отелей. Да, место расстроилось, просто не узнать. Античная крепость Бяла. Вот научная конференция «Беженский вопрос на территории общины Бяла и Дольный Чифлик». Интересно. Вот мы сейчас пойдем в античную крепость Бяла. Потому что он показывает крепость еще там далеко. Да. Видите, как красиво все сделали. Дорожка. Вот здесь вот карачки с водой. Вообще шикарно. Такая экспозиция сделана. Но это такой пластик, он ужасно грязный. Ничего не вижу. Ну, такое поселение. Самое главное — это маяк. Ну, такая крепость Бяла. Сейчас прошу. Добрый день. Мы идем в античную крепость Бяла. Подъехали как можно ближе. А здесь такой можжевельник прямо везде. Красота. Билет стоит 3 лева для пенсионеров. А так, по-моему, 5. И вот нам дали такие вот штучки. Об этом объекте. Археологический объект на мысу святого Атанаса. И по-русски. На дорожке ко всем античным крепостям сделаны очень красивые. И даже здесь мы никогда раньше не были. Но видим уже на горизонте, как тут красиво все сделано. Мощеные, замощеные. Ко всему можно подъехать. К любым камням. Вот здесь даже есть какой-то отель прямо, можно сказать, рядом. Вот он стоит прямо на руинах крепости. Вот они уже, руины. Вот тут раскопки. Прямо тут. Тут раскопки. Вот, видите, античная крепость. И даже с этой стороны ее еще копают. Ой, как. Прям копают. Клад, да? Да. Да, с горшками тут все хорошо. Вон какие горшочки. Просто античные. Там горшки. В общем, горшечная мастерская. Вот здесь руины, античная крепость. Но, видимо, я так полагаю, что это как застроили отель, они эту крепость и обнаружили. Но по-другому никак. Да, руины, в общем, руинные. Но все здесь устроено красиво. Похоже на настоящее. Да. То есть не новодел какой-нибудь. Да, похоже, что это как настоящие, да, горшки. Вон какие горшки. Раз. Такие вот старинные горшки. И вон там в них даже земля. О, и кругом эти. Посмотри, сколько этих горшков. Тут их десятки. Улица Снастилка в крепости. А где ты видишь по-русски? Сопроучено. Градоустройство. Улица Снастилка Тат-Галиме Площади. Ага, это не по-русски? Нет, по-русски пока что не нашла. Ну, как всегда, все есть, кроме номер 5. Ты же найдешь того, чего нет. Ну, водопровода нет, ты же видишь. Номер 5. Каждодневная жизнь называется. Вот такой вытрешний град. По-моему, это рай. Это у них пресс, они там отжимали вино. Винарня. А, слушай, все, сейчас смотрим винарня. Винарня 1.
Смотри, стоит, чтобы меня бананы росли, да. Еще растут. Вот ранно-христианский комплекс. И тут все прямо про него написано. И здесь тоже. Здесь все уже так сделано. Красиво, чтобы было. С моря. И вот она, эта крепость. Ну, это все, конечно, новое уже, это видно. Это все новое. Ух! Вот так вот мы проводим время. Крепости Белые. Подписывайтесь на наш канал. Да. Подписывайтесь, подписывайтесь. Лайки ставьте. Все, благотворите. Бяло, вид с крепости, смысл от Атанасов. Белый пароходик. Святой Николай. Чудотворец. Античная крепость Бяло. Раскопки продолжаются. Склад якорей со дна моря. О, сколько их много. Вот старинный маяк. Вот такая она крепость Бяло. Fall in love and tear it down as soon as we wake up. Promise you the world tonight, I'll show you what I've got. Your body speaks my language and you read me like a book. This night means forever and so does me and you. Это для книг. Вот такой отель. Прям на бережке, но просто высоко над морем. Зато кругом сосны, можжевельники и природа. Ну, естественно, море, как без моря. Ну, есть посадки павлуния. Будет красиво пахнуть. Какая-то столовка. А народу очень много. Стай за гости. Так, чайка, рыбин ресторан. Вот, пожалуйста. Бяли полно рыбин ресторанов. Рыбарское пристанище. Вот какая прекрасная марина в Бяле. Это пифос. Вот сколько яхточек припарковано. А с другой стороны есть пляж. А здесь у нас лежат кошки. Ну что, привет. Что ты лежишь тут одна? Блохастая ты. Сколько блох-то на тебе скачет. На такой белый, красивый, пушистый. А там кто крадется? Кто там крадется такой маленький, а? Кто это? Вот отель Антик Палас. Так, тут близко рыбный ресторан и море. Так, что мы еще можем увидеть? Я думаю, что здесь на горе из всех красивый вид. Поворачиваемся, смотрим. Белый бичресурт. Но какой-то он не живой. Так, Silver Beach. На самом берегу. Silver Beach. И тут работает. Вроде какой-то низкий. А вот рядом еще один. Но мы его название не знаем. Бар. Вот в этом комплексе продаются апартаменты. Вот такой красивый комплекс прямо на берегу моря. Здесь вот продаются апартаменты.
Красота. Да. Мы видим вдоль моря. Да, да, да. И здесь вот Sunny House. Вот ресторан. Везде видно море, как первое. Везде комплексы, везде апартаменты, везде рынок. Все заселено, людей очень много в баре. Маленькие комплексы все работают. Так много баров, все рестораны. Да, мне курим. Те, которые есть, то... Много недостроя здесь все-таки. Что туда нужно? Амфоры, отель. Кипа. Кипа. Рис, конечно же. Кипа и рис. И тут интересные бары. Магазины. Так, вот мы пришли на оживление. Уже такая довольно старая часть, да. Вот смотри, какой красивый храм. Эти памятники, видишь? Храм Святого Успения Богородицы. Красиво. Так, сейчас мы вот будем выезжать. Да, но дорожка нам не повезло, мы как-то неудачно выехали. Болгары любят огромные дома. В какой российской деревне вы найдете такие дома? Я что-то не знаю. Ну, может быть, где-нибудь в Краснодарском крае. В Краснодарском крае, да, может быть. Мы выезжаем из Бялы. Уже вечер. Мы хорошо погуляли, прекрасно провели время. Подписывайтесь на мой канал. Будем путешествовать вместе. Я вижу лошадь. Стой, минутку. Вон лошадь. Мы выезжаем из Бялы. И встретили вот такую прекрасную лошадь, которая, правда, на цепи. Как можно на цепи держать лошадь? Ну что это, бедная? Кто тебя на цепь-то посадил? Кушает травку. Ну, какая красавица.